Всем привет! Вы на канале Сад, Цветник и Огород круглый год. В этом видео буду показывать вам свою новую посылочку. Сегодня у нас вот такая вот огромная коробочка. Это посылка. Ох! Она пришла ко мне из Ростова-на-Дону, от Татьяны. Все очень хорошо, надежно упаковано. Я надеюсь, что все приехало в целости и сохранности. Я живу в Сибири. Путь растения проделали нелегкий, не близкий. Ну, надо сказать, что Почта России в последнее время радует. И достаточно быстро все мне удалось получить. Немножечко волновались, что уже погода у нас, конечно, не летняя. 17 октября сейчас. Ну, вот так вот все упаковала Татьяна. Я думаю, что все будет хорошо. Начинаем распаковку. То, что тут все просыпалось, это все ерунда и мелочи. Главное, чтобы не замерзло и не повредилось во время транспортировки. Вау! Ну, это вот красота, конечно. Смотрите, какие цвета у этого растения. Название я вам говорить сейчас не буду, потому что у меня в голове это все сильно не задерживается. Там корешки. Буду уже при пересадке извлекать. Вот такая красота. Знаете, что это? Это вот такое же растение, точно, которое у меня есть. Но только посмотрите, какая расцветка листьев. Я, честно говоря, первый раз такое увидела у Татьяны в коллекции и захотела приобрести. Если оно с корнями, как я тут вижу, ну, это вообще замечательно. Я думаю, оно быстро придет в форму. Да, тут есть корешочки, ну, прекрасно. Так, что у нас тут дальше? Надо аккуратно. Довольно уже посылкой, довольно. Потому что вот этот экземпляр меня прям порадовал. Очень долго я хотела, вот, ну, сомневалась, нужно ли мне вот Каланхоэ орегалис. Честно говоря, мне нравится его необычный цвет листа. Оно выглядит вот даже в одиночной посадке. Это растение выглядит очень эффектно. Тоже хорошенькое растение. Знаете, конечно, можно размножать растения листьями. Но хочется любоваться красотой уже сейчас. И вот я посажу его и к лету, к середине лета у меня уже будет хороший экземплярчик, крупный. Ну вот череночек, я так понимаю, что он тоже с корешками. Вообще прекрасно. То, что они немножечко совсем подвяли, это вот вообще правда, поверьте, мелочи. Этим растениям не требуется никакой реанимации, как тем, которые мы покупаем иной раз в магазине. Это просто посадить, чуток подождать и любоваться. А вот это растение, я искала его в течение года. Это Каланхоэ фетчинка варигатная. Посмотрите, у него и белые листья, и восковой налет, и розовый. Вот, честно говоря, мне не удавалось ни у кого приобрести, потому что, ну, быстро его раскупали. И оно с корнями. Не представляете, Татьяна прислала вот такое замечательное растение. Я скажу, что цены у нее, ну, достаточно скромные, потому что вот я благодарна тем любителям, которые, вот, честно говоря, самоотверженно занимаются вот такими делами. Они разводят растения, делятся с нами, любителями, такими же, как они. У профессионалов цены, конечно, достаточно большие. И не каждый обычный человек может себе в домашнюю коллекцию приобрести такое растение. Вот, посмотрите, какая красотуля. Ну, правда, вот оно будет посажено мной сегодня же, и буквально за несколько дней все эти листики вот расправятся, и будет красота необычайная.
Классное растение. Даже не ожидала, что такой размер. Я по фотографиям выбирала, ну, доверившись продавцу просто, потому что, ну а как? Так. Все, кто любит растения, это очень, конечно, увлеченные люди. Посмотрите, это еще одна форма каланхоэ печенка. Другая варигатность. Тут вот такие вот полосочки на листьях, и они немножечко менее ярко выражены. Но интересно, что из него вырастет тоже с корнями. Классно, вообще классно. Я думала, что растение будет меньше размером. Но почему-то я так не сориентировалась по фотографии. Я была так рада, что продавец согласился мне отправить эти растения в такую даль, в Сибирь. У нас ничего подобного купить нельзя. Я, конечно, по возможности тоже делюсь тут с девочками. Меняюсь. Потому что в нашем городе в магазине только то, что есть в Голландии. Вот еще такая крохотуля. Ну, я вот аккуратно, чтобы вам не просыпать, покажу. Такая милашечка. Мне нравятся такие растения. Вот это вот единственное, что листики пообломались, поболталось оно. Ну, вообще не страшно. Понимаете, есть корневая система, хоть малюсенькая. Есть вот этот ствол, и все это нарастет. Вообще ерунда, вот то, что тут этот листик. Вообще. Это все, надо понимать, что это посадочный материал, с которым надо работать. Но то, что я уже вижу, что это растение того сорта, как мне надо, что оно выглядит здоровым, все, это уже залог успеха. Все остальное мелочи. Некоторые люди смотрят видео, удивляются, спрашивают, черенки по почте, что за глупость? Знаете, очень красиво смотрятся суккуленты, которые уже ухожены, которые выросли, которые красивые в композициях сада. Ну, как бы понятно, что мы живем не в Калифорнии, и мы выращиваем эти растения дома. Посмотрите, какое милое растение. Вот тут суккулент, который уже вырос, укоренился. Кого это может оставить равнодушным? Очень милые растения. Вот эта милашечка. Вот такая. Ну, чтобы вырастить такие растения, надо потрудиться. В общем, очень довольна я своей посылкой. Очень благодарна Татьяне, что она пошла мне навстречу, что потрудилась, отправила. Ну, на самом деле... Те люди, которые занимаются выращиванием растений и предлагают приобрести другим людям, увлеченным эти растения, они делают большую работу на самом деле. Ну вот нет возможности, допустим, в моем городе где-то пойти и купить эти растения. Ну нет, их просто нет, при всем моем большом желании. Есть большой ботанический сад. Там нет такого большого разнообразия растений, которые можно вот так прийти, потрогать руками и купить. Есть магазины, но у них растения голландские преимущественно. Ассортимент не такой. Вот такой фантастики, чтобы это было в магазине, ну это нереально просто приобрести. Я могу только фантазировать, когда у нас появятся такие интересные растения. За суккулентами интересно наблюдать, как они преображаются, как они вот окраску новую приобретают. Как вот из обычного голландского растения... Они становятся, ну, волшебными просто. У них появляется окраска. Более компактными становятся вот эти розетки. Это растение совсем не похоже на то, которое я приобретала в магазине. То есть оно изменилось. Я думаю, что суккуленты становятся все более популярными именно потому, что они занимают очень мало места в наших городских квартирах. Именно потому, что их великое многообразие. Именно потому, что вы можете найти растение на свой вкус. Именно потому, что они позволяют вам иметь дома маленький уголок природы. Такое вот хобби. Вот. Делюсь с вами этой красотой. Выращивайте растения, ухаживайте за ними
и делайте свою жизнь лучше. Всем спасибо за внимание. До свидания.